взволнованности, которая вот сейчас присутствует в регионах, потому что есть задачи, которые вот сейчас сходу трудно понять, как решать. Мы чуть-чуть вот своей вот этой презентацией чуть-чуть подняли настроение, что вот посмотрите, хоть где-то хорошо, да, молодцы, но на самом деле первый на Северном Кавказе, там реальные цифры мы показали, площади, количество там потенциальных резидентов, к чему мы собираемся идти, на какие показатели выйти. Что касается ОЭКа, то северная Осетия держится, уверенно заняла место вслед за регионами-лидерами, которые были еще и изначально пилотными регионами, в которых начало реализации проекта было раньше, чем в остальных регионах. То есть мы находимся в лидирующей группе, можно так сказать, по ряду показателей, таких как количество выданных карт, как, скажем, развитие инфраструктуры, количество пунктов приема заявлений и выдачи карт. Такие ключевые показатели, которые интересуют нашу федеральную уполномоченную организацию, эти ключевые показатели мы держим на уровне, который под